Ладно, малыш, я больше не могу хранить секретить сюрприз от тебя. Я связала тебе рождественский свитер. О, боже, бабуль! Он идеально подойдет для вечеринки уродливых свитеров. Да. Уродливый свитер. Да ты только глянь, как тупо он выглядит. Боже. Каждый праздник такой. Эй, мы так рады, что ты приедешь домой на праздники. Да, я и твоя мама так в тебе соскучились. Вообще-то я и хотел с вами на эту тему поговорить. Я не уверен, что у меня получится приехать к вам на праздники. Что? Да, просто перелеты сейчас такие дорогие. Я просто не потяну. Ну, пирожочек, мы же купили тебе билеты. Да, но... Я имел в виду такси от аэропорта до дома. Оно просто... Стоит неподъемную сумму. Я не могу. Но мы заберем тебя из аэропорта. Но вообще, на самом деле, я имел в виду... Я умерла. О, пресвятой Джимми Джонс. Пирожочек, ты в порядке? Да, я просто умерла, да и все. Правда? Да, абсолютно и бесповоротно мертва. Хорошо вам провести праздники. Люблю вас. Не забудьте прислать подарки. Ладно. Пока-пока. Каждый праздник такой. Вау! Вау, тут такой большой выбор. Окей, поспокойней, сынок. Мы должны убедиться, что выберем лучшую елку. Привет, Майкл. Мне кажется, я идеально подхожу для тебя и твоей семьи. Я дерево молодое, не особо высокое, и не буду упираться в потолок. Конечно, я, может быть, немного и выше, но с возрастом приходит и опыт. Плюс у меня множество игл, которые потрясающе пахнут Рождеством. Привет, папаша. Не слушай этих деревяшек. Только я идеально тебе подхожу. Мой ствол идеально сформирован и крепок. А еще у меня настолько толстые ветки, что вы можете повесить даже самые большие украшения. Еще я знаю, что ты представляешь, как будешь покрывать меня искусственным снегом. Я точно знаю, что ты хочешь. Да, я знаю. Я хочу искусственный снег. Разве ты этого не хочешь? Украшать меня всю ночь? Да, я хочу украшать тебя. Хочу принести тебя домой, поставить в гостиной, включить Кэти Перри, зажечь свечи и украшать тебя. Что? Взгляните на это, вроде неплохо выглядит, да? Да, очень мило. Каждый праздник такой. Ну что ж, время резать индейку. Ты уверен, дорогой? Да, может нам попросить профессионала в этом году? О, да бросьте, не волнуйтесь, семья Ричардсонов. Папочка разберется. Давай. Немного кожицы. Я просто пробью это место, но знаете. Каждый праздник такой. Наконец зимние каникулы. Немного времени вдали от этих школьных задир. Просто 2 недели чистейшего расслабона. 20 минут спустя. Алло? Эй, привет, Чет. Это кто? Рон. Рон, которого ты избиваешь во вторую перемену. Тебе чё надо? Ну, типа... Слушай, чувак, мне охренеть как скучно. И я подумал, может ты хочешь приехать ко мне и поиздеваться надо мной, как ты делал в школе? Не, я не могу, чувак. Я остался на все праздники с младшим братом, так что издеваюсь над ним. А, я понял. Но знаешь, я мог бы поиздеваться на твоем интернете. Да, мне это нравится. Круто. Круто. Ладно, напиши мне. Договорились. С Рождеством, жирный. Каждый праздник такой. Ну, привет, коллега. Как прошел праздничный отпуск? Довольно неплохо. Я избегала свою семью. Круто. Выбрала рождественское дерево. Меня травили в интернете. Да, а твое как? Мама.
Хорошо. Хорошо, да. Клёво. Да, конечно. Каждый праздник такой. Перевела Алён Лопатин, озвучил виски, а другие серии ты можешь посмотреть, прямо кликнув по аннотациям на этом видео. Ага. And click the box on the right if you want to watch every family gathering ever. And also we have new Smosh holiday sweaters that you guys can get right now by clicking the box in the description below. A portion of those proceeds go to dosomething.org. That way you can feel warm and you can feel good about yourself. So good job.